все нормально. Ну да. Все. Ну, ты мог не подтягиваться, если бы ты не скрашил. Вот, вот это вот все акнесовское. Вот, здесь. Да, кстати. Вот это я уже узнаю. Умею поместить. Закончик. Видишь, закончик не берет. Да. А за рукоятку? И за рукоятку не берет. А если другой? Без носа. Сейчас я посмотрю, что внизу. Да там ничего нет. Да я посмотрю. Ну, только довиси на руках. Не, там, да, там нет. Ну ты как раз придешь вот туда, там где падает этот. Про который кто-то спрашивает. Здесь вот по этой стороне иди, да. Привет, Зик. Пиздец на ветер. Это быстрее, чем медленным шагом, но при этом медленнее, чем бегом. Идеально, удобно. Ну, если бы это было экранное время, тогда да. Ну так, а бегать-то быстро неудобно, потому что вдруг там что? Обрывы там всякие. Я вижу. Чё ты? Ну вот, я вижу. Отойди лучше назад, с разбега перекрыть. Да чё ты, я тогда хрена выцепил себе. Ой, ой. Ну, блять, вот послушал советы. Послушал. Вот надо было сделать, как я хотел. Все было бы окей. Нахуй тебе все сказал про гараж как полный. Брови, ты меня огорчаешь. Бля, меч обратно забирать. Ёбаный. Сейчас все будет, что ты начинаешь? Надо будет нормально мне прыгнуть, как я хотел. Здесь прыжки с разбега, они вообще пососные, ненавижу. Надо попривыкнуть просто, нормально будет. Вот, например, смотри, вот отсюда вот я бегу, вот нажимаю прыжок, ну вот, три клетки. Давай так, короче, сейчас проходишь уровень на попытке, если проходишь, то я разрешаю, короче, проходить следующий уровень на картах. Так, а я сейчас смогу пройти на картах следующий уровень. Ну, в смысле, ты сам будешь на картах. Ну как сам сядешь на карта вот так и будешь так проходить. Так мне делать ничего, что ли? Ну, вдруг ты хочешь. Ну, типа, чтобы как бы отождествить себя с главным героем. Не, не хочу. Не, не хочешь? Не, спасибо, я так сижу, мне так удобно. А там наверху что-нибудь есть? Не. Ну, там если только есть обычные бутылки, которые отхиливают только недостаток. Ну, блядь, ну ёбка. Не бегай по мячу. Середине. Точку джи ищу. Вот здесь я не смогу с разбега первым, мне не хватит. Вообще сможешь. Ну смотри сейчас. Ну, о чем мне запрыгивать? Потому что ты вот рано пускаешь. Так, вот. Ну, окей, попробуй, знаешь, сейчас тогда что сделаю? Что? На самый левый край подойди, и вызову вот прямо вот шагом. Еще. Ну вот, вот я должен. Ну вот я даже не пытается прыгать. Да вот именно. Мне кажется, ты блокируешь. Ну я же нажимаю себе влево. Ну ладно, ладно. Черт. Где кнопки-то нажать? Так, тебе сейчас надо будет бутылку взять. Где она? Ну, ты же брал уже ее. Закрыт? Ну где кнопку нажать?
8-битной версии он, короче, по-моему, вообще с двух блоков прямо мог бегать. Ну, хотя нет, с двух вряд ли, наверное, с трех точно мог бегать. Вот это вот. То есть, смотри, только... Отойди. Беги! Вот. Ну, всё. Я помню. Молодцы. На одном понять или все? Одно. Тебе хватит. Первый мужик, он аутист вообще. Что такое? На 50 минут. Ну, с этого тогда не пройдем все равно. Прискакал, блядь, мимо. Нападай на него. Какой-то больной чувак на карачках прискакал и еще и убил. Принцесса, я иду. Да изи сейчас. На какой там кнопку паузы? На эскейп. Слушай, а что это за хрень? У нас вот... Это тут... Рамка, это же не рамка, нифига, если видишь... Это от игры. По-моему. Ну, вроде здесь какие-то тексты просто еще с кучкой хрени. Да насрать! Это прозрачный опыт. Оп. Отойди только от края. Я не получу уровень. Это под тобой сейчас провалится. А в чем подвох? Это тоже проваливается, что ли? Нет. Это разбитая плитка просто, которая сверху. Нет, не, а в чем подвох? Почему бутылок так легко стоит? Ну, это типа на покосится на предыдущем страшник, что здесь восстановить просто хп. Так, куда сейчас? Прыгать дальше? Да, с места. Робин Гуда на Анесте играл в какого-то? Это какое имя? Это там, где фармить надо, по-моему. Он вообще мерзкий был. Ну там заявка на, типа, RPG, все дела. А, ну, я понял. По красоте развали вообще. Аккуратно там! Шипы, блядь, под тобой шипы. Где? Вон под тобой шипы, блядь. Эти? Ну, да. Эти-то я вижу. Ну, потому что просто в других версиях, помнишь, как было? Нет. Ну ладно, не важно, не соби, все нормально. Ой, блядь. Блин, соси. Блядь, охуел. Блядь, ну... Ну, вот, видишь. Нет, атаковать все-таки не очень, надо было стоять на месте, когда я стоял до этого. Топи частота. Такие удары еще глухие. Вот я подушка бью. Трек из Warrior. Ну что за Warrior бил? Ну, в принципе, версия второй, который пикашный. Спад к судьбе. Я так вроде не прошел. Или прошел. Я даже не помню. Зиг, слышь, я проходил второго, в принципе, версию. Не, есть что выписывать, потому что там потом оставляете, а туда сюда по этим башням бегать. Овер до хуя. Thank you.
О, видишь, вот та вот санина. Угу. Она в хевипе. А что это за шест? Какой шест? Вот это. Ну, просто типа ворота закроются. А. Назвал гейскими? Кого я назвал гейскими? Принца Перси? Ты аутист, что ли? Что нахуй отсюда? Так, сейчас за кувшинчиком наверх. Аккуратно там шипы будут. Ну, даже шипы другие. Вообще весь уровень другой. Ну, вот это классический уровень, я к такому привык. А то, что вот мы там видели, когда на весне. Аккуратно подходи к краю и слезай вниз. Ну, понятно. Кувшин из-за чего, насколько я... Ну, вообще он должен что делать? Он восполняет тебе все твои хп до максимума, плюс еще одно дает. Ну, это да, мы же видели это. То есть, если у тебя даже один бы... Ну да, у меня бы уже один. В прошлом забей. А, да? Окей. Кто еще верс? Ты аутист, что ли? Нормально, нормально. Все, окей, еще так сделаем. Вертолетик. Уже не успел, все. Поздно. Привет, Кань. Стой. Наверх или налево? Помню налево. Сюда, да. Нет, не сюда. Сюда. В смысле? Да. Вот эта плитка сломается. Я, блядь, не успел. А че присел? Там, короче, можно, по-моему, знаешь, как-то типа. Она пока, когда она нападает, можно, по-моему, присесть вроде. Тогда тебя не задамажат, что-то такое. Да. Это ту кнопку надо нажать, да? Да. Это от. От... А ты этот выход откроет. Все. Слышишь? Да, другое дело. Так и должен быть. Пиздец, сейчас моделька исчезла, подумал, что улетел. Беги, там все нормально, все. А. Ты аудит, что ли? Ты мужик был. Он тебя мог ваншотнуть, если ты без меча. На тоненько. Во, Ветель говорит, что может посесть. Если Ветель говорит, значит можно. Направо. А сколько всего уровней? Ну, около 15. Нормально. Даже поменьше, наверное. Ну, не знаю, как в этой версии. В Нестерской было, по-моему, 14. Ну, чем 14, там просто бежишь справа-налево, все, там ничего нет, ни врагов, ничего. Не, наверх. Я хочу хоть один увидеть. Он сейчас тоже тебя видит, такой, ехе. Самолет. Я самолет увидел, чуваки. Он так в облако так взлетал. Я допрыгну. Допрыгнешь? Подожди, ты куда? Ты сейчас поднялся, пошел налево? Да. Направо иди. На тоненько. Да. И прыгать? Еще подходи. Вот теперь прыгай. Стелс. Да, нормально, выглядит просто. Не, в смысле, пиздец, там понял, что, бля, если не знать, то заебешься искать. Пиццой? Нет. Еще, вправо. Сейчас прыгай. Нет, она поехала спать. А, по-моему, то ли вот это, то ли какая-то вот это. Ну, прыгни вот. Во. Вот это. И что дальше? Ну, что, это ломаю и присаживаюсь, чтобы ты не задамажил. Давай еще. Дамажит сюда. Причем она, по-моему, аж тебе две полоски, по-моему, задамажила. Аккуратно сейчас буду этот вот. Это вот. Не, по-моему, я просто раньше задамажил. Ой. Не слышу тайм.